Опа! Ух ты! Как далеко стреляет! Она ручками-ножками машет. Привет, привет, я Хэллоу-Китти. Всем привет, это моя принцесса Кристина. Сегодня мы вас покоим Хэллоу-Китти и покемонов. Что это такое? Это у нас котик. А что у него там, ложечка или лопата? Что он делает? Это... Это огонь, это огненный. Это огненный котик, это он огнем метаться будет? Лопатой смотри, бросать огонь или что? Смотри, здесь есть Пикачу. Там, оказывается, в этой серии у нас еще есть Пикачу, но, к сожалению, он закончился. Видно, разобрали. Поэтому у нас больше всего будет Хэллоу Китти. В общем, все посмотрим. Ух ты, какой крутой кот! Какие у него глаза, Кристина, он похож на супергероя. Как в маске супергероя. А что у него сверху? Посмотри. Может, нажать можно? Вот. И что происходит? А ну-ка, давай попробуем. Так. Нет, ничего не происходит. Сейчас мы посмотрим, что он делает. Вот еще вкладыш. И вот такая чудесная серия у нас может быть. Смотри, Кристина, тут даже летающие покемоны. Он стреляет. Ты вставила в рот огонь? А ну-ка, давай стреляй. Нажимай. И что? Может, дальше нужно засунуть? А ну-ка пробуем. Ой-ой-ой. Так? Нет, ничего не происходит. Ладно, сейчас достанем инструкцию, посмотрим. Так, мы вставляем в рот, все правильно сделали. А потом нажимаем. И он должен выстреливать. Кристина, давай попробуем с другой стороной ему вставить. Кристина, я зарядил. Ну что, ты готова ловить? Давай. Опа! Ух ты! Как далеко стреляет! А ну-ка давай заряжай, попробуем еще раз. Сильнее, еще сильнее. Давай я помогу. Опа. Здорово. Будем чашечки сбивать сейчас. А ну-ка доставай, показывай, какие чашечки у нас. Кристина, ты сегодня тоже в Хэллоу Китти? Какая крутизна, какая милашка. Кристина, посмотри. Ой, что она делает? Она снимается? Она купается в чашечке. И вот глазки. Привет. Я чашечка. Ой, что происходит? Что ты нажала? А ну-ка покажи. Кристина, оказывается, это просто крышечка. Смотри. Опа. И сюда наливаем что-нибудь. Или сок можно поставить. И, собственно, сама фигурка Хэллоу Китти. Наливаем сок. А что это за кнопочка? Непонятно. Видно, обычная крышечка. А нет, подожди. Смотри, что она делает. Какой прикол. Смотри. Она ручками-ножками машет. Привет, привет, я Хэллоу Китти. Круто, круто. Держи. А это, Кристина, ложечка, смотри. Нужно ложечкой. Угощайтесь. Угощайтесь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А теперь мы попьем еще. Кристина, ну нужно для всех угощения подготовить. Одна чашечка, это мало. Давай еще доставай. Давай, давай, давай. Из котика чашечки. Ух ты! А это, Кристина, не чашечка, это для сока. Можно выдавливать сок. Сейчас откроем, покажем. Смотри, вот здесь котик есть. Смотри! Вот, что у нас здесь. У нас здесь, смотри, Кристина, украшено как Хэллоу Китти. Ушко и такой бантик. Держи. Это же чашечка, смотри, для вот этого котика. И чашечка, и котик черные. Это его домик. Смотри, вот так можно посадить. Я ложечкой его попою. А ну попой его ложечкой. А знаешь, что это? Мы вот так вставляем, берем апельсин, крутим, и сюда сок у нас попадает. Здорово? Для фреша. Кристина, будем еще смотреть, что там? Да. И затем устроим настоящее чаепитие. О, посмотри, пингвинчик. Это пингвинчик, здорово. Ну что, распаковываем? И это у нас тоже черное, очень похоже на вот эту чашечку, смотри. Только это у нас зачем-то для чего-то другого. Ой, давай я покажу сначала. Это тортик, Кристина, или это сахарница? Как будто он на кубиках с сахаром стоит. О, смотри, прячется. И, наверное, будет выскакивать. А ну-ка, как его запрятать? Привет. Я думаю, как там должен прятаться. А где же его бумажечка? Слушай, особенность серии в том, что тут не показано, кто что должен делать. Просто вот такой списочек. Интересно, почему так? Смотри, Кристина, мы запрятались, потом нажимаем на ушко, блин, и он выскакивает. Здорово!
А это у нас отсюда, вот смотри. Ну вот это мне больше всего нравится. А тебе тортик больше всего? А мне на самом деле все нравится. И вот это классное. И котик. Думаю, они подружатся, а потом пойдут вместе пить чай. Кристина, ну что, кто тебе больше всего понравился? Смотри, какая классная серия. И котик классный, и вот эта, сука, выжималка, и тортик, и вот такая вот чашечка для кофе или для чая. Здорово? Да. Всем пока-пока, спасибо за просмотр. И подписывайся на мой канал. И ставьте лайки. Пока-пока.